Блин, да что ж сегодня за день-то такой? Еще интернета нету. Прекрасно. Еще и комп завис. Ну ладно. Подожду. Черная книга. Посмотрим. Так и не отвис. Надо звонить ремонтику. Так, вот так вот. Так, кто это тут звонит-то? О, это же мой самый любимый клиент, у которого вечно что-то сломается. Так, ну-ка. Алло, Антон Саныч? Алло! Алло? Антон Саныч? Вы где? Черт. Ладно. Придется позвонить моему другу. Может, он поможет. Блин, просто светит, а? Связь нормальная. Алло? Что происходит? Колян! Зачем ты мне позвонил? Что вообще происходит? Со мной что-то происходит? Меня изнутри разрывает! Алло, нет! Нет! Алло! Что с тобой? Алло! Да что за чертовщина-то такая? Подождите-ка. Может, это все из-за той черной книги? Надо пойти посмотреть. Манренус – демон, который несет несчастье окружающим. Выбрав жертву, он убивает тех, с кем он начнет общаться. Единственный способ изгнать – это довести себя до состояния клинической смерти. Это будет сложно. Хотя, помню я один способ, которым в школе некоторые практиковались. Надо его попробовать. Вроде ничего сложного. Ну-ка. 3, 2, 1.